Я отношусь к оптимистам, я очень коротко отвечу. Я считаю, что гибель Российской Федерации не грозит. Конечно, будут, наверное, сложные какие-то времена с учетом вот последних событий, которые происходят вокруг России. Они неизбежны, эти времена, потому что, в общем-то, когда был СССР, то, в общем, тоже были сложные такие и внутриполитические, и внутриэкономические, и внешние политические обстоятельства. Но гибель Российской Федерации не грозит. Мне кажется, что наоборот, Россия, так сказать, она, я во всяком случае верю и надеюсь на это, Россия станет таким уважаемым, сильным государством, с которым будут считаться в мире все.